Канобу.ру представляет. Здравствуйте, дорогие зрители! С вами 107-й расслабляющий выпуск наших канобовостей. Даже криминальная сводка вызовет у вас легкую улыбку. Например, на днях Sega объявила о разработке пятой якудзы. Чтобы замести следы, руководство сменило название студии. Надеемся, в остальном она тоже не станет повторяться. Но это еще цветочки. Оказывается, The Elder Scrolls 5 Skyrim втиснут на один диск для Xbox. Вот настоящее волшебство. Наверное, авторы нанимали на задание специального упаковщика из Шереметьево. Смотрите в этом выпуске. XCOM. Видео где-то там. Deus Ex Human Revolution. С глазу на глаз. Halo 4. Новая надежда. Fallout New Cabrake. Не имей 100 крышечек. Ambassador Program. Японская логика. XCOM наконец-то рассекретил свои видеозаписи закрытых презентаций. И 50 лет не прошло. Вы окажетесь в стране расовой и половой дискриминации, где президентом является господин Кеннеди. Но главная ее проблема, как и всегда, пришельцы. К счастью, новое и непонятное всегда пробуждает аппетит игроков. А в данном случае невероятные инопланетные загогулины можно не только побороть, но и захватить, а также отправить в лабораторию для исследований, прямо как в старые добрые времена. В остальном бой явно смахивает на перестрелки из Mass Effect. Перед вами препятствия, враги и округлое меню с волшебными способностями. К счастью, безумные технологии пришельцев делают этот мир краше. Надо лишь определить, с какой стороны у них выключатель. Верите ли вы в этих инопланетян? Вот разработчики утверждают, что ролевые игры — дело всей их жизни. Может, и с летающими тарелками не оплошают. Новая Deus Ex Human Revolution заинтересовала не только игроков. Проект iBorg собрал воедино все части Адама Дженсона и сравнил их с нынешними технологиями. Участники передачи — такие же киборги поневоле. Кому-то вместо сетчатки поставили камеру, некоторым пришлось заменить ноги или еще что-нибудь. В одной из сцен ведущий снимает чью-то механическую руку на свой искусственный глаз. Уже сейчас пожарные пользуются встроенной в маске дополненной реальностью. Без ноги обгонят любого из нас, а вместо кистей в бассейн можно захватить шапочку и ласты. А имплантаты, заметьте, не требуют постоянного приема подозрительных веществ. Правда, в фильме это не уточнялось, так что наверняка утверждать рано. Зато исследователи-оптимисты уверены, что к будущему из Deus Ex они точно освоят схожие технологии, если человеческий мозг выдержит все нагрузки. Все ждали подробностей Halo 4, а на них вылили ушат информации еще и о пятой, а также шестой частях. Новые эпизоды будут называться Reclaimer Trilogy и начнут потихоньку появляться уже в следующем году. Ободряющая фраза от авторов: тут все точь-в-точь, как в Halo. Самые же подозрительные, но все равно мы рискнули и кое-что поменяли. От пустых слов перейдем к делу. Вы многое узнаете о мастере Чифе, важную роль в прохождении сыграет Кортана, а ключик бета-тестирования не попадет в ваши руки вместе с особым изданием Halo Combat Evolved HD. Fallout давно уже превратился в сериал. Сейчас готовится очередное дополнение для Вегаса. Даже фанатский фильм обзавелся продолжением. Комедийный ситком в пустоши получил имя New Cabrake. Авторы накопили достаточно крышечек, чтобы организовать производство новых серий. Поэтому троица крайне удачливых недотеп еще долго будет странствовать в поисках волшебной газировки.
Ведь анекдотов про жердяя, гуля и девушку можно придумать на 5 сезонов вперед. Следует признать, с каждой новой серией спецэффектов становится намного больше, а заветное хранилище Нью-Коколы все дальше. Что ж, пожелаем создателям удачи. Надеемся, у девушки не сгорит от солнца живот, а гулю, может, даже обновят резиновую маску, если съемочная группа найдет в пустыне довоенный клад. Как вы помните, владельцам дорогих версий 3DS когда-то пообещали 20 игр в виде компенсации за переплату. Так вот, тот день настал. От чего-то раньше намеченного. Плохая новость. Первую десятку старых хитов пришлось буквально выковыривать из магазина по инструкции. Особенно забавный момент, когда вам необходимо нажать кнопку «Скачать заново», хотя вы делаете это в первый раз. Впрочем, на такой подарок жалуются далеко не все. Представьте, что у некоторых надписи в меню еще и на японском. Новости мельком. А в нашем зеленом уголке DLC образовались три непримиримых лагеря. В первом фанаты Halo Anniversary ждут появления трех новых карт. Хотя 15 ноября окажется, что все это — знакомые места из первой части. Еще одна группа ждет уже не только Skyrim, но и два дополнения к нему. Кстати, сперва они объявятся на Xbox. Видимо, кое-кто вовремя подсуетился. Ну и где-то тут, в пустоши, скрываются приверженцы Нью-Вегаса. Притаились, пока 20 сентября не появится Lonesome Road, а следом еще парочка комплектов. Все тайное когда-нибудь становится бессмысленным. К счастью, The Secret World успела открыть бета-тестирование до того, как ее заживо похоронили. Записывайтесь в секретное общество и ждите особых инструкций к апрелю следующего года. Да, а вы думали, что попасть туда так просто? Гораздо ближе по календарю выход стрелялки Hard Reset. Проект привлекателен хотя бы тем, что про него не кричат на каждом углу. Хотя кто нынче уверен в завтрашнем дне? Безумный файтинг BlazBlue Continuum Shift Extend проберется на PlayStation Vita, PS3, а также Xbox 360. Первые две консоли будут по-братски делиться сохранениями, а может и еще чем-нибудь. Вы ведь мечтаете о том, чтобы у нас всех желающих пригласили на вечеринку Battlefield 3. А там еще и устроили бесплатные состязания. Так вот, в Англии такие мероприятия уже идут полным ходом. Последнее проходило 25 августа. Хорошо, когда есть с кого брать пример. Star Wars Galaxies уйдет в могилу только после нескольких крупных сражений, фейерверка и ритуального сожжения. Империя и повстанцы будут набирать очки, как Гриффиндор и Слизерин, вплоть до 15 декабря. А затем назначены большое празднование победы и, вероятно, траур. Почтенный Дэвид Джаффе объявил, что его милая и романтическая гонка Twisted Metal выйдет в день Святого Валентина. Подарите любимым открытки и цветы, а затем садитесь давить виртуальных пешеходов и сжигать клоунские машины. Тем временем Valve пытается понять, почему Portal 2 популярнее на компьютерах. Ведь они столько сил вложили в консольную версию. Вывод только один. Главное, чтобы игры были хорошие. А потом уже можно добавить, что на этой платформе они и вправду прекрасные, как никогда. Благодаря шпионам удалось определить, что в сетевой битве Modern Warfare 3 все-таки помещается до 32 бойцов. Правда, им придется выстоять очередь на специальные виды сражений. В любом случае, ограничение на 18 участников осталось в прошлом. Совершенно безвредная японская сказка «Ни-но-куни»
вышла на DS в комплекте с огромным томиком заклинаний. Считается, что версия для PlayStation 3 появится в бандл-варианте с золотой или белой консолями. Красиво, конечно, только с переводом текста придется несладко. Космические путешествия не влетят вам в копеечку. Star Trek Online станет условно бесплатной к концу 2011 года. Конечно же, это привлечет аудиторию США и Китая, а может и каких-нибудь инопланетян. Они же не знают, что прячется за формулировкой «условно». А у создателей L.A. Noire, наоборот, финансовые проблемы. Творцов настигла смена управления. Как такое могло произойти с авторами хита? Говорили же, не связывайтесь с криминальным миром. Red Orchestra 2, несмотря на перенос даты выхода, запустила бета-тестирование. Добровольцев прогонят по трем уровням и трем режимам. В военные времена, как известно, всего не хватало. Во что поиграть на этой неделе? Определенно главный всплеск шизофрении в эти дни – появление крутого Сэма Double D. Защитник умалишенных и обделенных возвращается с девизом «Бекон уничтожит стринги». Вас ждет третья часть «Дэвспэнка» – «The Baconing». Любителям Джека Воробья и учителей мы рекомендуем «The Sims Medieval» – «Пираты и знать». И неожиданно для всех объявился проект «Body Count». Смотрите скоро на Канобу. Бойкое интервью по Battlefield 3. Внезапное превью по бете шестых героев. Меч и магия, герои 6. И с трудом выцепленное интервью с главным разработчиком Стархоука. Ну вот и все. Если вы ничего не услышали о PlayStation-шлеме или планшетке, значит, самое время зайти на Канобу за подробностями. Или вы сами хотите разместить парочку горячих новостей. Так или иначе, наше время подходит к концу. Ведите себя хорошо, чтобы не пропустить следующий выпуск передачи. До новых встреч!